чувством вины. Они у нас на хвосте. Рассердились не на шутку. Требовалось лишь привлечь их внимание. А ты устроил адский погром. Чего вы от меня хотели? Я Роман Пирс. По-другому не умею. Переходим к плану Б. Какой еще план Б? Почему я не в теме? Мой выход. Вот черт! Доминик, мне нравится, что тебе плевать на закон, но твоей команде не повезло. Красиво сработано, брат. Вернемся на базу с меня пива. Сейчас против них играет тот, с кем им не справиться. Ты сам. Мог ли ты себе представить, что ты когда-нибудь предашь своих друзей? Доминик Торетто теперь наш враг. Надо же, какие люди. Я не знаю, что происходит, но Доминик не мог так поступить. Она лучшая из киберпреступников. И теперь ваш парень работает с ней. Кажется, я нашел свою команду. Будет интересно. Вы начали эту игру. Ух ты. Это невозможно. Значит, вы не откажетесь от небольшой помощи. Я буду бить по тебе, как индейцы Чероки, в барабан. Господа, теряете хватку. Хотите вернуть Доминика? Придется работать вместе. Сюрприз. Похоже, я влюбился. Как же давно я этого ждал. У нас есть танк. Погнали. Добро пожаловать. Я все равно, прежний ты Доминик или нет. Тебе конец, Торетто. Приступим. Чего они ко мне привязались? Да кто ж знает, тачка у тебя вроде неприметная. Заткнись, Тэш! Жесть! Нам понадобится грузовик побольше. Форсаж 8. Доминик! Неужели ты сможешь отвернуться от нас? Смотрите в кинотеатрах с 13 апреля.